Друзья, рад приветствовать вас на канале «Бегущий человек». Находимся в Сестрорецке, в курортном районе. Красота, Финский залив. Погода сегодня просто сказочная. Как раз к соревнованию выпал снежок. Сегодня у нас пройдет легкоатлетический пробег. Снегобег-снегоход на 5 километров. Ребята с палками уже прошли. Осталось нам пробежать. В общем, сегодня ограниченное количество участников из-за... Сами знаете чего. В общем, пробежим, получим удовольствие, пообщаемся со спортсменами и, в общем, получим бодрый заряд позитива и энергии. Погнали! Дистанция прохождения не ограничивается. Хотите по берегу, хотите вплавь по воде. Девушки уже убежали на свои 5 километров, и через 10 минут стартуют мужчины. Видимости 30. Сестрорецк. В районе Белого дома. Санаторий, курорт стоит. Контролер. У контролера рядышком желтенькая фишечка, и он у нас стоит такой яркой салатовой жилеточкой. Не можете там как на САПе. Продолжайте. Молодцы. Приветствую. Номер у тебя блатной. Да. Получше было. Здравствуйте. Так. Дальше. Ура! Это было здорово. Поздравляю. Спасибо огромное. Кстати, друзья, забег был с нулевой стоимостью взносов. Такие отличные медали, отличное настроение. Фу, бодро, весело. Спасибо. Болтун, болтун на хвостке. Спасибо ребятам за отличную организацию такого спортивного праздника. Фу, как раз снег вот только вчера выпал. Так что сегодня можно уверенно и смело сказать, что это был реально сестрорецкий снегобег и снегоход. Фу, ребята, это было здорово. Сейчас руки вручаем, медали одеваем.